И вот мы уже подъезжаем к реальному северу. Там дальше ветер, скалы, красота. Уже сегодня мы увидим суровое Белое море. Мы, кстати, попали на время реставрирования некоторых дорог в Северной Карелии и часто являлись участниками реверсного движения. Как межпарк-то называется? Беломорские петроглифы. Ну, идти от стоянки аж 1,5 километра сюда надо. Парк бесплатный. Пока петроглифов не нашли. Ну, будем искать. Надеюсь, найдем. Как найдем, запишем. Вот главный сыщик. Смотри внимательно, не пропускай черточки. Наскальные изображения, которые выбивали древние люди в 4000 году до нашей эры. На них изображен быт того времени в целых сюжетах. Че, Мишень, ты нашел? Линии шкрябль. Нифига художники были. От бога. Это Миша, наверное, наш крябу. Пару тысяч лет назад. Или сколько там? 6. А, 6. Древний Миша там сидел. Выпиливал. Нашли мы тут рисуночки каких-то лосей. Кто видит? Несколько человек выполняют загонную охоту на оленей. По разветвленной гребнице мышц мужчин разливается сила. Сейчас они на пике мастерства владения копьем и луком. Сегодня олень им поддастся, и люди будут оставаться счастливыми. Ведь всякое общение с природой как-то освещает человека, даже если оно выражается в такой грубой форме, как охота. Сначала контур выбивали более острым камнем, там середину более тупым. Попадаются иногда вот такие контурные, незавершенные изображения. То есть начал выбивать, художник-выбивальщик, что-то там его отвлекло, и остался известный мастер незавершенный. Здесь уже сюжет с лосями. Воин на лыжах пошел в атаку и пронизывает животное копьем. Маленькими водопадами ползет багровая кровь по огромному сахатому и контрастирует на фоне белого снега. Второй добытчик применяет технику охоты на расстоянии и, нацеливаясь на зверя, пытается в один миг завершить его линию жизни и тем самым продлить свою. Нашли жилу, кварц. В граните. Не знаем, что это. Кварц вроде. А так мы не геологи, конечно. Во! Во! We'll be right back.
Мишань, а что, петроглифами никто не интересуется, что ли? Мы одни. Подожди, подожди, подожди. А вдруг у меня ключей нет? Ну, фильм «Остров». Декорации строили вон там. Была церковь там или часовня. Но она сгорела недавно. Обидно. Отсюда отправляли заключенных целыми баржами на соловецкие лагеря. Лагеря назывались «Слон». Соловецкие лагеря особого назначения. Отсюда всего 40 километров до первой в СССР исправительно-трудовой колонии. Что же происходило на этой пристани в 20-30-х годах прошлого века? Еще решили таки дойти до того места, где стояла церковь из фильма «Остров». А вот и знак памятный. Записываем Белое море. Все красиво, иногда плавают пароходики. Но вообще это я записываю из машины. Кто увидел? Вот моя подушечка лохматая. Так что вот такие витки у нас. Ничего удивительного. Мурманская область встречает нас своей стандартной погодой. Ну что, Миша, какой город-то? Город Полярные Зори. Где-то 80 километров от Мурманска. Температура как? Что-то жестят там опять. Все жестит. Дуба, ёшкин кот. Довольно страшно смотреть на панели бетона, облицованные плиткой, которые выполняли когда-то функцию домов на этих ветреных, заросших холмах. Стекло рифленое.
Дорогие телезрители, мы приехали в поселок Африканда номер 1. Этот поселок, как видите, представлен несколькими домами советской конструкции. Ну что, в подъезд зашли. Нестандартные какие-то планировки, я таких не знаю даже. Стекло битое, да, по-моему? Еще. Конечно, нам ботиночки бы доставать уже пора. Михан говорит, вот эта квартира подходит. Вот огородики тут. Что они тут выращивают? Плитку все отбили, кто спарился, кому она нужна. Давай в каких-нибудь других хатах походим. Ладно, видишь, вот выключатель смешной. Нас соседи затопили, тебе не кажется? А, да? Протекает крыша, что ли? Соседи топят. Уважаемые телезрители, вид из окна Африканда 1. Зацениваем. Приобретаем квартиры, кому понравилось. Практически бесплатно. Обращаться на мой телефон. Выписываю ордера по 2 штуки в одни руки. Видок зачетный. В Москве такого не найдете. Ну, если кто не был в Якутии, можете не ехать в Якутию. Приезжайте в Мурманскую область. Там все... То же самое абсолютно заявляю, как бывший якутянин. Все точно так же, один в один. Вон там машина даже, вон люди живут там. Видно. В том доме, видимо, пару квартир занято. А не знаю, что, отопление разве есть или нет? Нет, думаю, здесь на дровах и на углях. Буржуйки ставят. Нашли отличия в окнах Мурманской области, которую вот СССР строил. Здесь нестандартные какие-то такие форточки, можно чуть-чуть приоткрыть на ночь, чтобы не задувало. Более того, здесь нет окна, просто вот кусок фанеры, который вот так вот можно открыть, не наблюдать. Как говорит мой напарник, тут был аэродром, люди жили за счет этого аэродрома, но его закрыли, и поселку пришла практически хана. Мы обратили внимание, тут некоторые дома вроде застекленные, там жители живут, но за счет чего они живут, непонятно. Видимо, топят буржуйки или что-то подобное. Сколько там, 50 почти километров от Мурманска встали здесь. Не знаю, какие-то дороги странные, везде болото, ничего нет, поэтому... Короче, свороток нету, есть своротки, но в болото, мы туда не хотим, там комары, да хрена. В общем, на Кольском самая наша пока отстойная ночевка, вот на таком месте. Вот стали это готовить.